Как же ты прекрасно улыбнулась. Ну ладно, выбирай ту фотографию, которая тебе больше нравится. Как-никак выбор за тобой. Они ждут фотографии. Пускай будет это. Аслым, так ты здесь была? А я везде тебя искал. А что такое, Фатих? Мы тут работаем. Мы тоже просто с Аслымом работать, у нас дела есть. Сейчас мы с ней работаем. В другой раз. Аслым, отправь эти фотографии агентству. Господин Азан, простите, пожалуйста, вы пойдете на совещание на Гюзбяши? Ждут вашего указания. Да, я вместе со Аслым туда поеду. Я все поняла. Хотя, госпожа Тукба, я передумал, мы не поедем. Как-никак господин Фатих поедет. Рано или поздно все, что досталось от отца, придет ко мне, к истинному владельцу, наследнику. Тогда что ты заплатишь за все, господин Азан. Азан в кабинете? Да, он в кабинете. Но скоро они выйдут оттуда. Твой будущий муж опять под предлогом работы взял Аслым. Они поедут на совещание в Гюльбаши. Мы тоже тут не яблоки собираем. Почему бы нам не поехать? Есть новости об этом номере? Это очень важно. Мне нужно с помощью доказательств рассекретить вранье госпожи Сибель. Это единственный мой способ воссоединиться со Слым. Действуйте быстрее. Мерчин и Фатиха нет нигде. Где они? У них совещание. А ты что хотела сказать? Я звонила в агентство, отправила им фотографии. Они хотели бы в среду устроить совещание. Я позвоню Фатиху и Берчину, если они не заняты. Они не заняты. Я тоже в этот день не занят. Сегодня день рождения Ягыза? Сегодня же день рождения Элюль. Ну? Ты говорил, что они придут. Почему они все еще не на совещании? Это ловушка Узана. Он не упускает ни шанса, чтобы остаться наедине с Аслым. Это все придумала Аслым. Узан бы так не поступил. Я дала ему кусочек себя, он любит меня. Берчин, хватит. Послушай, мы оба знаем правду. Что за бред ты несешь? Ты не дала Узану почку. Я отдала Азану частичку себя. Я жизнью рисковала. Ладно, Берчин. Послушай, перед тобой не ребенок. Я все знаю. Ты хочешь Азана? А я Аслан. Путь у нас один. Если мы хотим выиграть, мы должны действовать сообща. Почему так получилось, я понять не могу. Они ведь так сильно любят друг друга. Элюль дрожала, как птица. Так
когда я смотрел на Июль, в глазах-то у него был огонь. Прикоснулись бы они друг к другу. И кажется, тогда бы все решилось. Они бы никогда больше не расстались. Послуем. Давай мы вместо них загадаем желание. Давай мы загадаем желание, ведь чудеса сами по себе не происходят. Ведь чудо обитает в твоем бьющемся сердце. Ведь чудо находится в твоих горящих глазах, когда ты смотришь на любимого человека. Давай загадаем желание для тех, у кого сердца бьются ради друг друга, у кого глаза пылают огнем ради друг друга. Хочу, чтобы никто не расставался с тем, кого он действительно любит. Хочу, чтобы чудеса случались. Да, Муса. Ты о номере разузнал? Значит, машина в аренду? А на чье имя аренда? Хорошо. Мне хватит этой информации. До встречи. Но сейчас все кончено, госпожа Сибель. Ну, можно сказать, все желания исполнились. Что? Что случилось? А так, ничего. Ну, я пойду. Про Юрия Ягоза я не знаю, но... Мы-то с тобой скоро воссоединимся, любимая.